Рецепт малосольных огурчиков за 5 минут от моей мамочки. Моем огурчики и листы смородины. Затем в банку кладем мытый укроп, листы смородины и чеснок головками. Вот такую зеленушечку быстренько кладем в баночки. Сейчас мама чистит чеснок. Потом она вот отрезает попки у огурчиков. И укладывает плотно в банку. Огурцы, обратите внимание, пожалуйста, не кондиция в основном, которую жаль выбрасывать, но не используешь уже в зимней приготовке, да? Это обычно желтые, да, такие уже огурчики, переспелые огурчики, залежавшиеся на земле огурчики. Вот это все пойдет для малосольного огурца, который можно с удовольствием есть в летний период на даче. Сверху утрамбовали огурчики, сверху мама опять кладет чеснок очищенный, зубчики чеснока. На скидку она на полностью на банку получается у нее сколько вам? Это получается одна, у тебя получается одна головка чеснока, да, идет? Да. Ну вот. Еще сверху также накладет смородиновый лист. Вот такая красота получается. Здорово. Затем вскипятили воду. 1,5 литра воды на 3-литровую банку огурчиков. После этого бросаем соль. Сколько, мам? 2 столовые ложки, да? Да. Две столовые ложки соли на 1,5 литра воды. И этим рассолом, вот видите, она смешает все. И этим горячим рассолом аккуратно и потихоньку заливаем наши огурчики. Налили доверху воды, точнее рассольчика нашего. И теперь закрываем баночку капроновой крышкой. И оставляем на сколько, мам? Замалосолится. Это сколько примерно? Дней? День, два? Сутки. На сутки оставляем. Все, оставляем баночку на сутки. А после этого попробую и покажу вам. Прошло 6 часов. И наши огурчики малосоленые готовы. Очень вкусные, хрустящие. Мы все попробовали. И насладились их прекрасным вкусом. Приятного вам аппетита. И нам тоже. Всего доброго. С уважением. Ирина.